Культура у Беларусі і Азербайджана розная, затое народы аб'ядноўвае любоў да нацыянальнай спадчыны. Спецыялісты з гэтай рэспублікі Закаўказя – пастаянныя ўдзельнікі міжнароднага форуму па традыцыйнай культуры, што арганізуе Магілёўскі абласны цэнтр народнай творчасці. Яны ўзаемаўзбагачаюцца вопытам работы па захаванні культурнай спадчыны. Цяпер гасцей цікавіць арганізацыя клубнай дзейнасці. Есть что поглядеть, уличивая то и околичность, что Могилевская область – одна из тех областей Республики Беларусь, которая может представить той опыт своей працы именно в галине культуры. Тем более, что Могилевская область снова вышла переможцем республиканского споборництва по культурному обслуживанию населения, которое проводит Министерство культуры Республики Беларусь. У Азербайджане зараз идет структурное реформование галины. Тому представники из Министерства культуры и туризма вырашили непосредно познакомиться с опытом работы у станов культуры менавіта Магілёўшчыны, у прыватнасці на прыкладзе Магілёва, Бабруйска, Кіраўскага района. Конечно, для нас погода немножко прохладная. Это не совсем для нас обычно, но в первую очередь люди. То есть понравились работники культуры, которые относятся к своей работе очень ответственно. С добротой, с душой отзываются о своей работе. И вот чувствуется, как они вот именно вот переживают за свою работу. И везде, куда бы мы ни ходили, нам очень обстоятельно, с любовью рассказывали о ваших особенностях работы культурных учреждений. Хутка ў Беларусі пройдуць дні культуры Азербайджана, а на тыдні ў гэтай рэспубліцы адбудзецца сусветны форум міжкультурнага дыялогу. На яго запрошаны беларускія спецыялісты. У той жа час калектывы Азербайджана рыхтуюцца да фестываля «Вянок дружбы», што праходзіць у Бабруйску. Татьяна Сергейчык, Александр Артем'єв, Навіны рэгіёна.